Книги способны творить чудеса, и это факт. Каждый, подарив ее, может совершить маленькое чудо. Так любой желающий может сдать литературу в рамках акции «Книги детям Донбасса». А подробнее об этом расскажет наша съемочная группа. Педагоги и воспитатели ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уже готовы начать работу с детьми по русскоязычным пособиям. Но проблема в том, что в библиотеках их совсем нет. Именно поэтому партия «Единая Россия» создала акцию по сбору литературы для детей. Тверские библиотеки также стали частью инициативы и уже готовы отправлять первую партию книг. Мы упаковали в коробки, у нас 30 коробок замечательных изданий. Вот я вам могу показать, да, вот. Буквально вот тут и хрестоматии для внеклассного чтения, для разных классов. Так. И для совсем маленьких деточек, да, вот такие книжки на картонках. И для школьников, вот видите, опять же, хрестоматия – это то, что очень-очень нужно. Стать участником акции очень просто. Стоит лишь принести книги на русском языке в городскую библиотеку. Принимается художественная, научно-популярная, учебная, а также справочная литература. А с полным списком библиотек, которые участвуют в акции, вы можете ознакомиться на информационном портале «Панорама.Про».